Ваяр. Ваяр, точно, ваяр. Он не читается. Ваяр Адонай. Ки раба раат хадам баарец в коль ецер ма махшебот машехвот Махшевот. Махшевот. Махшевот ли ликон Либо. Ликов. Либо. Ой, да, либо, точно, либо. Либо рак. Ра коль хай. Хайом. Это, по-моему, тоже от слова делать что-то такое, да? Нет, это от слова видеть. Ра – это видеть. Ваяр – это увидел. А, угу. И увидел Господь, что раба, не знаю. Велика. А, что, велико. Что велико. Раат. Раат. Ра – это зло. Велико ага, зло. Велико зло. Угу. Человека. На земле. Да. И все. И все. Ецер, ецер, стремление, направление, ецер махшевот либо, махшева это мысли, либо это сердце, и все направление мысли его сердца примерно так. А это как-то однокоренное со словом дерево или нет? Нет, это однокоренно словом яцар, которое означает делать, творить. Uh-huh. Дерево это эц, через айн, там нету юда. Uh-huh. Говоря уже о рейше. Так, так. Любое это сердце, да, получается? Да, его сердце. Рак только, да? Только? Только ран, не знаю. Плохо. Это... Плохо. Плохо. У нас, да, вот здесь уже было зло человека. Здесь тоже и направление мысли его сердца, только плохо. Ага, все. Все дни? Ну, буквально весь день. Ну, а, весь день. По смыслу, конечно, все дни здесь лучше подходят. Угу. Вот так, по грамматике это весь день. Ваинахем Адонай ки аса эт хадам баарец ваюте либо и так. Значит, здесь это стих, который довольно многозначный,
Ну, по-простому, Вейнахем это стал сожалеть. И станет сожалеть Господь. Стал, будучи в прошедшее это. И стал сожалеть Господь, что... И пожалел Господь, что создал человека на земле и отцев опечалился. Сердцем своим, да? Да, наверное, так. Ваюмер Адонай Эмехе Эт Ахадам Ашер Барати или Барати? Барати. Алиф не читается. Барати. Три слога. Ударение на предпоследнем. Барати. Барати. Меал пней адама ме адам ад Бехема ад ремес ве ад оф хашамаем ки ни Нихамти, ки астим. Так, начало. Ага, и увидел Господь. И сказал. И сказал Господь. Сотру человека, которого создал, которого я сотворил, с лица земли. С лица земли. Так, мы дам от человека ад. Ад как переводится? До зверей, до животных. До ремес. Ремес это до мелочи всякое, насекомых, которые копошатся. И до птиц небесных, которые Нехамти. Это Вейнахем, поскольку я пожалел. Поскольку жалею. Раздумал. Да. Что создал их. Да, да. Осити. Сделал, осетим сделал их. Венох. Венох. Маца
Эохен. Хен. Бенней. Е Адонай. И ной запомнится. Нашел. А, нашел. И ной нашел их. Хен – это примерно милость, милосердие. А, нашел милость в глазах Господа. А, в глазах, угу, в глазах Господа. Так. Эле то, Толедо. Толедот. Толедот Ноах. Ноах. Два раза? Да, два раза. И Иш. Цадик. Цадик, наверное, да? Цадик. Цадик. В современном ашкеназском произношении, конечно, говорят цадик, но правильное ударение цадик. Цадик. Тамим. Хая. Бедоро. Тайн. Бедоров, когда кончается на ю-2, да, это не считается, бедоротав. Бедоротав. Это Элохим. И те Лехитехалех. Ноах. Эле. Эле, эти, вот. А, вот. Толедо, тоже сейчас знакомое. Да, толедо – это слово, которое может означать или родословное, в смысле, так сказать, его потомки, те, кого он породил, или события жизни, или то и другое. Но в данном случае, конечно, по-простому говоря, это на его потомке. Вот, так сказать, потомство Ноаха. Ага, потомство Ноаха. Хотя, может быть, на самом деле и события его жизни, в общем, здесь есть и то, и другое. Ноах мужчина? Человек. Человек праведный. Тамим, не знаю. Тамим цельный. Цельный. А, целомудренный, да? Нет, не целомудренный. Цельный, без изъяна. Ну, то есть цадик и тамим – это примерно синонимы. Ну, они как бы в сходных направлениях, но это не одно и то же. Тамим – это скорее, скажем, такой простодушный, но простодушный в хорошем смысле, что как бы он полагается на Бога и там не ищет каких-то кольных путей в таком духе. Понятно. Был, да? Вот это не знаю, Бедоротав. Дор – это поколение. Бедоротав – это в своих поколениях. А, в своих поколениях. Это Элохим. В данном случае это не прямое дополнение, это с Богом. Ага, с Богом. Итхалех. Это
это ходить, и Талех это ходил, ну, так, ходил без определенного направления. Про Ханоха у нас уже такое было, которого забрал Бог. Там тоже было это слово, это Талех. Да, вот с Богом ходил Ноах. А вот это только в Библии встречается это слово, или это обычное слово? Нет, это сегодня совершенно неупотребительно. Угу. То есть это именно хождение с Богом, это определенное слово, да? Да, я полагаю, что это слово «Итхалех», оно только в таком контексте и встречается. Можно проверить. «Вайолед». А, кстати, «толед» — это тоже от слова «рождать», да? Да-да-да, тот же самый корень. «Вайолед Ноах». «Вайолед». «Вайолед Ноах». Шлоша, наверное. Шлоша, да. Ваним. Эт Шем. Эт Хам. Ва Эт Яфет. Яфет. И родил Ной, Ноах, Шлоша. Трех. Трех, да, трех. Трех сыновей. Имена. Шем, Шем. Шема. Шем, который по-русски называется Сим. Шема, Хама, Хама и Яфета. А, и ш, угу. Вати, ватиша, хет, хет, вати, хет, лип, липней, лифней, лифней, ха, Elohim, Vatimale, Haaretz, Hamas, Ita, Tisha. Vatishachet испортилась. Ага, и испортилась земля перед Господом, перед Богом, перед Богом, да. Ватимале, и наполнилась, и наполнилась земля грабежом. Грабежом. Скорее всего, не связано с этой террористической организацией. Скорее всего, не связано. Они себя называют грабителями. А, связано, да? Думаю, что не связано. Думаю, что не связано. Ваяре. Ваяр. Ваяр, точно, Ваяр. Там похоже еще на доллар. Это канцеляция, да? Это канцеляция, да. Элохим, эт хаарец, вехине, нише ха-ха, та, нихшиха, та, ки, хише, хит, кол, ба, баса, басар, эт, даре,
Дарко. Дарко. Эль. Аль. 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 Хаарц. И увидел, да? Да. И увидел Господь землю в и вот. И вот Нишхата, она испортилась. Это то же самое, что ватишахет. Испортилась земля. Нишхата, тот же самый корень. А тут у нас тоже прошедшее время, да? Да, и то, и другое прошедшее, просто здесь это будущее, перевернутое в прошедшее, а здесь это простое прошедшее. Угу. А по времени они чем-то отличаются? Ну, будущее, перевернутое в прошедшее, это, как правило, так сказать, последовательность событий. Что, угу. После вышесказанного вот испортилась земля. А здесь и видел Бог, и вот она испортилась. Как результат, да? Ну, то есть обычное прошедшее, ну, значит, она испортилась, но это не часть какой-то последовательности. А вот это вот самое прошедшее, будущее перевернутое в прошедшее, когда вот излагается какая-то последовательность событий, то, как правило, там каждая фраза начинается вот с этого самого будущего перевернутого в прошедшее. Понятно. Угу. Ну, в общем, это, конечно, тонкости. По-простому говоря, это одно и то же. Угу. И в современном иврите также, да? В современном иврите переворачивающий вав никогда не используется. Угу. То есть, как бы там... есть некоторые писатели не очень давние, которые этим пользуются, но как бы в такой более-менее современной литературе, уж тем более в разговорном языке, ничего такого нет. Mm-hmm. Хотя как бы, поскольку это в Писании это есть, то, в общем, все более-менее понимают, что это такое, но не пользуются. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, поскольку поскольку испортила ватишахет и нишхата, это и то, и другое в пассивном заводе. Испортилось. Угу. А нишхит — это в активном, испортило. Угу. Поскольку испортило все, всю плоть. Испортила вся плоть. Плоть здесь это подлежащее. Испортила вся плоть. Дарако, не знаю. Дерех – это дорога, легко запомнить. Дерех – дорога, свою дорогу, свой путь. Ага, дерехко. Свой путь на земле, да? На земле, да. Давайте на этом остановимся. Угу. Спасибо вам большое. Хорошей благословенной недели. Вам тоже. До свидания. Спасибо, до свидания.